И ВТБ это Минск, который принимает Уралмаш и вовремя не вышел. Теряет мяч уральцы. Отличная передача на Мотовилова. И тот в быстром отрыве. Маша чаще всего низом, а не вслед. Либо ты выбрасываешь и чехлит. Соперника здесь опустил мяч слишком низко. Гаррет Невилс и в быстрый отрыв улетает. Никаких проблем с набором очков не испытал. Гунгбейм и наконец-то. Игросон сейчас повтор момента. Куда входится. Мотовилов. Кольцо. И вот сейчас отлично. Мотовилов 8 из 9 с игры. Невероятный процент от Гаррета Невилса. Чебашек, понимая, что очка набирает. Расступилась оборона Уралмаша. Передача Захаров. Каско на Ступеду. Тут же передача на Ступеду. Хочу сказать, что Кирилл Песков в целом эту мяч отправляет. Захаров попадает под блокшот Вадима Ступеды. Хорошо сконструированная крыша. Гунгбейм дальше на Чебашика. Чебашик из угла точит. Еще один провод допускает. Еще одна скидка от Джексона. И еще одно дальнее попадание. Новиков. Запутался немного сам в том, что хочет сделать, набрать очки или сделать передачу. Микульский на блокшот, тем более, что там сменит темпа. А Микульский его поймал, да, вот здесь.